Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Activated. Эй, Беди один? Я Кэл. Я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Activated. 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 Activated.
Вот хранилище, о котором говорила Церы. Там тот, кого я должен найти. Чувствую, там что-то есть. Вот это жучище. Искал яйца богликов, но стая дала отпор. Здесь не пройти. Вот что Бедиадин имел в виду. Ладно, стоило тебя послушаться. Есть идеи? Надо как-то преодолеть это пространство. По тросу? Вау! Ты знал, что это сработает? В смысле нет? Я понял. Но мне бы хотелось тут кое-что осмотреть. Не двигается. Осторожнее там! Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Я иду! Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов.
храбрец. Как ты? Эй, могу помочь. Что скажешь? Оп. Ладно. Ага. Так. Щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Так, вставай. Вот как? И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва надо как-то отсюда выбраться. Иди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем. Эти лианы куда-то ведут. Надеюсь, выдержат. Да, я в норме. Это что, Стим? Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, вторая попытка. Что ж, так, взбирайся. И как ты здесь очутился? Не помнишь? Мне не встречались забывчивые дроиды. Не поспоришь. О, ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Так что там было? Нам нужно вон туда. Я чувствую.
Ты отметил все места, где мы были? Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Ладно, я гляну. Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Activated. Молодец. Проверим.
Эй, Беди-1. Как ты там, Беди-1? Молодец. Там что-то есть? Пробуй еще. Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Твои силы и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки.
Хорошо. Покажешь снова тот короткий путь? Куда же ты? Ты нашел что-нибудь, Биди один?
взломаешь? Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому бограту? Ты храбрец. Что нашлось? Перегонки? О, держи! Это еще не конец. Ладно, ладно, ты бы все равно выиграл. Наверное. Впечатляет. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это... хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы. Видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон. С именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Так это с тобой я должен был познакомиться.
знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права? Может, хватит прятаться? Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями? Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Мой друг, выходит, что Зеффы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Молодец. Обратный путь должен быть короче.
Отлично. Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, беде один, это Грис. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патолли? Нет, не знаю. О. И не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев. Я так и знала. Ах, Кордова дуралей. Ты знала его? Да. Давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем об Огана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще Эна говорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден Джедаев – это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой.
Цера, ты чувствуешь силу? Да. Но я не открываюсь, а подавляю ее. А ты должен делать все наоборот. Я тут вспомнил кое-что о себе, что было до истребления. Было больно, но часть меня будто вернулась. Не бойся. Ты учишься снова принимать силу. Как ты поняла? Я ведь знаю, каково это жить без нее. Ладно, буду стараться. Эй, Крис, что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Видел. Но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Ну, наконец-то, пора сваливать. Сегодня наши вооруженные силы стоят на страже закона Империи и дают отпор любому, кто посягнет на процветание галактики. Слышишь этот бред? Выключи его, Грис. Лживые имперцы! Кто вообще купится на эту чушь? Многие обитатели центральных миров. После прихода Империи их жизнь почти не изменилась. Ой, я тебя умоляю, некоторые из них даже стали еще богаче. Не то, что в идущих в расход мирах, не то, что на Латероне. Пока Император делает нужных людей счастливыми, все так и останется. Вот зачем нужны джедаи. Надо быстрее раздобыть эту голоштуку. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись! Безупречно! Гризи может, детка. Но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны.
Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи.